Привет, друзья! Сегодня расскажу, как хранить зелень, чтобы она очень и очень долго оставалась такой же зеленой, красивой, как будто только вы ее купили. Все очень просто. Проверил я много способов, ставил и в воду, и обматывал влажным полотенцем. Эти способы не работают. Как всегда, сработал самый простой способ. Для этого берем обыкновенную банку, зелень обязательно помыть, отрезаем кончики. Теперь опускаем эту зелень в банку, закрываем крышкой. Вот это самый лучший способ. Теперь нужно в пластмассовой крышке сделать несколько проколов, вот таких. Делаю я их 3. Храним на дверке холодильника 2-3 недели. Зелень будет зеленая, красивая. И вам нужно, вы достали веточку, порезали в салатик. Отличный способ. Друзья, поделитесь, пожалуйста, этим способом. Многим он будет очень полезным. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.